29 семей сегодня получили сертификаты на приобретение жилья. Вынужденным переселенцам из Чеченской Республики и Северной Осетии их вручил лично исполняющий обязанности министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков. Сертификаты выданы в рамках ведомственной целевой программы оказания господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг и госпрограмме страны обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Люди были действительно, которые жили прямо в бараках, это было 5 семей. И, в принципе, это была первая очередная как бы, группа граждан, которые были инвалидами. Вот, мы выдали, мы надеемся, что за этот год мы охватим большую часть, и в следующем году мы вообще как бы, этот вопрос закроем. Вот. Поэтому будем прикладывать максимум усилий, чтобы у нас было все чисто, прозрачно, все эти вопросы. Я стараюсь с каждым человеком встретиться, чтобы не возникало никаких таких там накладок. Вот, и дай Бог им всем здоровья, чтобы они все реально улучшили свои жилищные условия.